Всем привет! Это документальный фильм, называется «Что я сегодня получил по почте?». Эта коробочка пришла из Чернигова. История этого заказа такая, что я его заказывал еще в начале лета или весной, я не помню. Когда сам был в отъезде, потому что тут танки приехали заклятых друзей и братьев. Но я попросил, чтобы там этот человек продал мне радио и отправил меня в Хмельницкий. А он сказал, я сам тоже за границей. Вот. Но он наконец-то вернулся, все как бы оставалось в силе, мы списались. И вот я получил посылку. Значит, тут радиоприемник Кварц 404. С побитой шкалой, с красивой акустической решеткой. Вот такой в состоянии удовлетворительном. Ничего не проверим, потому что колодка. Вы уже видели такой у нас? Средние волны, длинные волны. Вместе вот эти все разъемчики для антенны и для телефона. Так, настройка. Стрелочка бегает. Громкость щелкает и крутится. Надеюсь, если буду живой, то долгими зимними вечерами буду ремонтировать их под камеру и показывать, и слушать радиостанцию, если вечером, то с эфира, если днем, то свою. Это светловодские радиоприемники Olympic 401, или просто Olympic он называется. Значит, почему-то у этих антенна не очень, так все более-менее на месте, даже в нормальном состоянии. Антенну надо будет подшаманить. Даже питалка в нормальном состоянии. Этот наверняка будет работать. Так. И вот этот вот. Чем он мне понравился, это, конечно, цветом корпуса. Ну, конечно, тут товарищ Вагин скажет, что это упашные цвета. Ну, это просто красный. Это просто черный. Тоже с антенной немножко непорядок. И тот Олимпик, двухдиапазонные средние волны на внутреннюю фаритовую антенну и короткие волны на телескопическую антенну. Эх, скользко, не могу вытащить. Это я все купил там по 100-150 гривен, что на ваши рубли будет, наверное, по 800, по 1000 рублей за штуку. Вот такая сегодня у нас простая распаковка. Два Олимпика и один Кварц. На этом пока все. Спасибо за внимание. Пока-пока.